совместный взгляд на новое ударное событие. 20 марта 2014 года на изображении в низком разрешении с камеры Mars Color Imager, или MARSI, на борту Mars Reconnaissance Orbiter была впервые замечена темная точка на поверхности Марса диаметром около 8 километров. Поскольку MARSI производит съемку всей поверхности планеты в течение суток, проверка предыдущих изображений позволила исследователям установить, когда темная точка появилась впервые. В то время как 27 марта 2012 года ее еще не было, на следующий день она была уже замечена. Далее, в начале апреля, камера «Контекст» получила изображение данного района в высоком разрешении. Анализ предыдущих и последующих изображений выявил два новых больших ударных кратера внутри зоны взрыва. Разрешение камеры «Контекст» 6 метров на пиксель позволяет обнаружить темные зоны взрыва, но обычно камера не способна напрямую увидеть кратер, сформированный ударным событием, поскольку большинство свежих кратеров всего несколько метров в поперечнике. Именно в таком случае высокое разрешение камеры HiRISE оказалось очень полезным и позволило выявить мельчайшие детали поверхности внутри зоны взрыва. Крупнейший из новых кратеров имеет несколько симметричную форму – 49 на 44 метра, что делает его самым большим новым кратером, обнаруженным на сегодня с помощью МРО на Марсе. Изображения с обеих камер HiRISE и Context также показывают многочисленные новые небольшие оползни в зоне взрыва. Все эти скоординированные наблюдения также демонстрируют, как разные команды одного и того же космического аппарата могут работать совместно, чтобы изучить интересные подробности Марса более детально.